Чутки, які ходять останнім часом про вас поза очі. По-перше, Ліхута і Повалій розлучилися і тільки вдають пару. І друге, Ліхута і Повалій переїхали до Росії і вже ніколи в Україну не повернуться. Що з цього правда, що ні? Неправда, все. І перше, і вторге. Ми як жили в Україні, в Києві, так і живемо. Живемо вместе, любим любимо друг друга. У нас прекрасна сім'я. Коли кажуть ліхута, постійно поруч прізвище Повалій. Ви чоловік, і дружина, ви співачка і продюсер, ви творчий тандем, подружній тандем. Ну і просто друзі. Це з 93-го року. Ще два роки буде 30 років. Ви ще й від дідусь. Да, я дедушка, причем у меня от моей дочки, которая живет сейчас в Австралии, работает композитором, пишет оратории, пишет симфонии. Вот, Она родила э, мне внучку. Вот это наша Скайли. В православии она Елена, она крещенная. И она знает по-украински одно слово. И она, когда мы с ней, Катя говорит, Скайли, она... Скажи, дедушке, вот как, как, кто он? Она хай, oh, дедушка, с таким вот американизмом с каким-то скалив. Как дедушка играет на барабанах, учится, берет уроки. У вас в родине еще один? Да, у меня есть любимый внук, которого я просто боготворю. Это сын Дениса, сына от Таи, от первого брака. Но я его просто не могу. Я когда вижу, у меня сразу слезы на глаза наворачиваются, у меня сразу комок тут его зовут Демьян, умнейший мальчик, прекрасно рисует, играет на всех инструментах, и поет, и на фортепиано. Два с половиной года еще нет, он уже играет на всех инструментах. Что же у вас все ну такие музычные? Ну, семья такая, гены такие, да. И главное, что и у Таи в в семье, в ее, так сказать, родственниках и в моей семье, очень много было национальностей. Дедушка у меня был покойный, он был белорус по национальности, и один из лучших настройщиков фортепиано. Бабушка моя, она была украинка. Ну, соответственно, папа у меня был наполовину белорус, наполовину украинец. Мама у меня была Еврейка, вот такое все перемешано. Давайте подивимось на вас в детстве. Давайте. Да, вот такой лихутик маленький был. Мне тут было, по-моему, полгодика, и меня посадили, потому что спинка еще еле-еле держала, чтобы я мог упираться. Это я с мамой, своей красавицей. Это мне тут уже где-то годика четыре. В костюмчику? Да, я, я модный был на то время. Это на свадьбе я был в селе. Это мне лет 11 где-то или 10 я не помню. Ви народилися 11 квітня 1961 року. Абсолютно ми. наступного дня відбувся легендарний політ Юрія Гагаріна у космос. В ті дні абсолютно всі називали своїх дітей Юріями хлопчиків. А ви, Ігор. Моя мама розказала, що я 11-го, і 12-го числа, після того як політів Гагарін. Прийшли ходили журналісти. по роддомам. Спрашивали, а как вы назовете? А мама сказала, а я назову Игорь. Они говорят, так все же называют Юра. Вот даже Юра Фалеса, продюсер, да, первый продюсер Ани Лорак. Это мой близкий друг, товарищ. Он же 12 числа родился, 61 -го года. Но он Юрий. А мама сказала, я не хочу Юрия, это будут все Юрии, а я хочу, чтобы у меня был Игорь. Ваш батько, джазовый музыкант. Да. Барабанщик. Да. А мама ваша в совсем другой галузи. Мама, да. Мама моя практически всю жизнь проработала на Киевском заводе медпрепаратов лаборантом. Но она очень любила музыку. И папа мой работал в таких на то время, в 60-х годах известных ансамблях. Ансамбль Мрия. Женский ансамбль. Там было, по-моему, 8 или 10 девчат. Таких в украинских костюмах. И у них была даже песня, которую я запомнил. Ми дівчата з Києва, ми піснями мріємо, пісню цю підхоплює легенький вітерець, хай летить привітом, взимку й жарким літом від наших до ваших сердець Деть. від наших до ваших. Е вот, я это запомнил. Папа играв там на ударних. И по ночам папа слушал «Голос Америки», музыкальные программы. И я вместо того, чтобы спать, потому что утром в школу, это был четвертый-пятый класс, я сидел вот так, сонер, папа, я спать хочу. Послушай, как они играют, как надо Но играть.